До выборов президента страны осталось ровно 4 дня. По области подготовлены 366 избирательных участков. Особое внимание – создание условий для избирателей и лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии. По региону создано 25 избирательных участков для избирателей, которые находятся в больницах, санаториях, домах отдыха, следственном изоляторе и так далее. Для наблюдения за ходом выбора в область прибыли два международных наблюдателя от ОБСЕ. Они сегодня ознакомятся с готовностью к выборам избирательных участков. Все избирательные участки оснащены на сегодня необходимым оборудованием, канцелярскими товарами. В этом году особое внимание уделяется созданию условий для лиц с ограниченными возможностями. Для обеспечения их избирательного права им предоставляется автотранспорт. На избирательных участках предусмотрено все для беспроблемного их голосования.